Всем привет! Ну что ж, подходит к концу очередной год, а это значит, что нам с вами пора подводить итоги. Сегодня я расскажу вам о своих фаворитах косметики 2019 года. Я собрала здесь реально все самое лучшее из лучшего. Ну, по крайней мере, это лучшее из лучшего из того, что я попробовала в 2019 году. И также достаточно много чего здесь перекочевало из предыдущих годов, поэтому здесь фавориты даже не только одного года, а нескольких лет. И мне кажется, это о многом говорит, если продукцию за год или там за несколько лет ничего не переплюнуло. Обязательно, кстати, поделитесь своими фаворитами в комментариях. Это будет интересно почитать не только мне, но я думаю и другим тоже. И самое последнее, о чем я хочу сказать, это то, что в этом видео я много косметики, конечно, буду показывать. И если вас заинтересует что-то конкретное, то отметьте, пожалуйста, лайком мою работу с описанием под видео, потому что в описании я оставлю не только ссылки на магазины, где это все можно приобрести, я оставлю также ссылки на обзоры этой продукции. И даже не просто ссылки, а ссылки сразу с тайм-кодом, то есть когда вы нажимаете на эту ссылку, видео начнется с той минуты, где я буду говорить конкретно об этом продукте. И там вы посмотрите и свотчи, и нанесение, скорее всего. В общем-то, я уже просто предвкушаю этот момент, когда я буду готовить описание под видео, но мне кажется, что реально это для вас будет самый удобный формат, потому что если я в деталях буду сейчас рассказывать о каждом продукте, мы с вами, ну, просидим часа 3-4 точно. Поэтому в этом видео я постараюсь быть краткой, но, как я и сказала, если что-то вас заинтересует, переходите в описание под видео, смотрите более детальные обзоры. Так, по-моему, все самое главное перечислила, поэтому давайте приступать. Давайте начнем с теней, и я хочу начать с того, что как раз-таки перекочевало с фаворитов 2018 года тоже. Первая — это палетка Dose of Colors Frankation. Очень много раз я вам ее уже показывала. За этот год и за предыдущий год я очень много ею пользовалась. Обожаю просто эту палетку. И, как я не раз уже говорила, во-первых, это изумительное качество, во-вторых, я люблю палетки, где, знаете, сразу все в одном, то есть мне не нужно таскать разные палетки для того, чтобы сделать какой-то макияж. Здесь в этой палетке есть все самые нужные матовые для того, чтобы сделать растушевку любую, какую вы хотите, как теплую, так и более розовую. Вот этот оттенок достаточно темный, коричневый и нейтральный при этом, то есть он сочетается с более рыжей и с более красной гаммой. И также здесь есть очень нарядные оттенки теней, которые создают действительно красивый, насыщенный, неповторимый макияж, потому что вот такие текстуры вообще нигде не встречаются больше. По крайней мере, я нигде не видела настолько красивые текстуры. Это вроде бы как и металлики, но с огромным количеством блесток. При этом эти блестки не дешевые, такие, которые осыпаются везде и создают просто кошмар какой-то. Они реально очень красиво сияют на веках, и просто макияжи с этой палеткой получаются потрясающие. Ну и также не могу упомянуть тени ColourPop, особенно их рефилы. Рефилы, наверное, я больше всего люблю в ColourPop. У меня здесь рефилы мат, оттенков и металликов. Я тоже эти палетки постоянно показываю в видео, к примеру, там топ фаворитов теней или что-то типа того, потому что реально ColourPop это, наверное, лучшие бюджетные тени, которые вообще только есть на рынке. Я тоже очень люблю палетки у них покупать, но палетки часто бывают, знаете, промах в плане того, что гамма там, например, не моя. Но вот, кстати, недавно я заказала себе их новую палетку Going Coconuts. Мне кажется, она очень удачная, потому что она такая вот максимально нейтральная и не теплая, и не холодная, а вот как раз то, что нужно. Мне эта палетка очень понравилась, я ее поэтому заказала, вскоре она пополнит мою коллекцию. Также мне нравится их весенний релиз 2019 года Sweet Talk. Это очень теплая такая оранжево-терракотовая палетка, но при этом она реально классная, вот хорошего качества здесь тени, разные текстуры тут есть, и от спрессованного глиттера, и такого мелкого нарядного глиттера, есть здесь и металлики потрясающие, в общем-то тоже очень классная палетка. И что реально меня впечатляет в ColourPop, это то, что можно выбрать вот действительно то, что тебе нравится, потому что у них там 10 тысяч миллионов палеток, ну вот просто любую комбинацию, которая вам может прийти в голову, вы там сможете для себя найти.
Поэтому посмотрите, если что-то приглянется, то можно заказать, конечно же. А из новенького, что я попробовала в 2019 году, в душу запала мне вот эта вот палетка от Jade Cosmetics. И хотя появилась она в моей коллекции уже под конец года, то есть реально в ноябре только она у меня появилась, но я настолько влюбилась в эту палетку, что я ее просто не могу выпустить сейчас из рук. У меня это палетка, которая называется Velveteen Eyeshadow Palette, и номер у нее 49 The Spice Rack. Это идеальная гамма для меня. Вот просто максимально идеально подобраны оттенки, по моему вкусу, по крайней мере. И у них есть разные вариации этих палеток, то есть не обязательно эта гамма, есть что-то более нейтральное, есть что-то более спокойное, есть холодное. В общем-то, каждый может выбрать для себя. Вот эта палетка для меня идеальна, опять-таки, потому что здесь есть все матовые оттенки, которые мне нужны для того, чтобы сделать любой макияж, от дневного до супернасыщенного. Сегодня, кстати, я тоже делала макияж с помощью только исключительно вот этой палетки, поэтому то, что у меня на глазах, это вот как раз она. Также мне очень нравятся здесь нарядные вот эти вот супернасыщенные металлики, оттенок хаки я обожаю всегда в палетках. И вот эти вот два оттенка, это идеальный выбор для повседневного макияжа. То есть, по сути, вот такая вот малюсенькая палеточка сразу удовлетворяет все мои нужды. И для повседневного макияжа, и для более насыщенного, и для какого-то праздничного, на выход и так далее. Ну а если вы жаждете праздника на своих глазах, особенно в преддверии Нового года, я вам хочу посоветовать, ну, совершенно, конечно, не повседневную палетку, хотя, может быть, смотря для кого, но я думаю, что для большинства это не повседневная, конечно, палетка от Revolution. Это палетка исключительно кремовых глиттеров. То есть все, что вы здесь видите, это кремовый спрессованный глиттер. Причем здесь тоже, как видите, разная гамма от суперсветлых каких-то, такой более холодный оттенок, более теплый. Также здесь есть и рыжевато-бронзоватые оттенки, зеленых два оттенка. Вот этот вообще просто потрясающий, он настолько красивый. Опять-таки, заглядывайте в описание под видео, я там с ним делала макияж. В общем-то, это классная палетка, если вам нужны глиттеры. Самые мои любимые карандаши для глаз в 2019 году – это Maybelline Tattoo Liner. У меня это коричневые и черные оттенки. Как видите, оба довольно сильно стесаны, хотя появились они у меня, если я не ошибаюсь, в районе лета где-то приблизительно. И с тех пор, в принципе, я вот исключительно ими только и пользуюсь. И на водную линию наношу, и наношу также на веко, чтобы немножко растушевать. Это не каял, то есть не растушевывается прям легко, это не для того, чтобы делать растушеванные стрелки и так далее. Это в основном для того, чтобы делать либо какие-то стрелочки, затемнять там, я не знаю, какие-то места, сверху дублировать тенями, либо наносить на водную линию тоже, ну, достаточно прилично держится. Не могу сказать, что держится он прям целый день как прибитый. Нет, ну, довольно достойно себя ведет на водной линии в том числе. Оттенки мне нравятся, там не только коричневый, черный, у них есть еще несколько оттенков, поэтому обязательно зацените, если искали хороший карандаш. В 2019 году я тоже очень часто делала стрелки, и для стрелок у меня есть две любимых подводки. Я вам показываю здесь три, но две из них из одной и той же серии, это NYX Epic Ink Liner. И также L'Oreal мне очень нравится, Flash Cat Eye. Они, по сути, одинаковые. Единственное, у L'Oreal это только черный оттенок. Чем мне нравится NYX, у них есть и черный, и темно-коричневый. Для повседневного макияжа или такого теплого коричневого макияжа я очень люблю вот эту темно-коричневую подводку. Чем они отличаются от всего остального, что продается на рынке? Это в первую очередь своим аппликатором, потому что здесь не фетровый аппликатор, а ворсовый. То есть, по сути, это кисть. И эта кисть очень маневренная, очень удобная, она не пересыхает, как фетровые аппликаторы во время того, как вы делаете стрелку. Они очень долго живут. Вот NYX у меня уже где-то, я не знаю, ну больше, чем полгода точно. L'Oreal у меня где-то в районе полугода. И все эти подводки еще живы. Конечно, я чувствую, что вскоре мне нужно будет их заменять, потому что NYX уже, ну, так начинает заметно подсыхать. L'Oreal тоже уже начинает немножко выпендриваться, поэтому я чувствую, скоро нужно будет их покупать заново, но 100% буду покупать, потому что я считаю, что это лучшие подводки. Я их храню кончиком вниз. У них есть небольшой косяк, они могут через какое-то время начать подтекать, но в то же время это никак не влияет на нанесение. То есть если я вижу, что где-то там подтекает, я просто салфетку сначала легонько протираю и потом делаю стрелки.
При этом, как я и сказала, хватает их надолго. То есть это не то, что вы поставили, все вытекло, и у вас подводка засохла за месяц. Самая моя обожаемая тушь 2019 года, это реально находка моя, можно сказать. И это тушь от Belor Design High HD Podium Dimension. Эту тушь я покупала уже дважды и буду покупать и дальше. У нее вот такая вот небольшая, в принципе, изогнутая силиконовая щеточка. Это чуть ли не единственная тушь, которая способна мои короткие и прямые ресницы сделать заметными на моих глазах. Что бы я ни использовала другого, будь то какие-то дорогие туши или бюджетные, ну, как бы, они их вроде красят, но в то же время они вот так же и стоят, и как-то, ну, как будто вообще даже ничего у меня на глазах нет, я имею в виду в плане ресниц. А вот эта тушь и нижние ресницы хорошо выделяет, и верхние с ней даже как-то чуть-чуть приподнимаются, становятся более объемными, пушистыми. Конечно, естественно, не то чтобы прям эффект накладных ресниц, но это реально одна из лучших тушей для таких вот совсем не очень ресниц, скажем так. Если вы считаете, что у вас тоже отвратительные ресницы, вам она должна понравиться. А если у вас хорошие ресницы, я думаю, она тем более вам понравится. И так как я ее уже много раз рекомендовала, многие из вас уже покупали и в комментариях подтверждали, что действительно очень классная тушь, что мне, конечно, греет душу с одной стороны, а с другой стороны я замечаю, что она во всех интернет-магазинах распродана, и ее купить становится сложно. Поэтому я бы могла, конечно, быть более эгоистичным человеком и не делиться этой находкой с вами для того, чтобы сохранить все эти туши для себя. Ну, ладно уж. А теперь я хочу поднять очень серьезную тему с накладными ресницами. Дело в том, что последние полгода, возможно, вы это заметили, я не клеила накладные ресницы. Сегодня, кстати, они на мне наклеены. И только исключительно потому, что я нашла клей, который меня устроил по составу. И сейчас начнется предыстория. Если вам это не интересно, можете чуть промотать, но я советую вам послушать. Оказывается, в большинстве клеев для ресниц содержится такой ингредиент, как формальдегид. Это очень вредный компонент, который проникает к нам в организм и может его разрушать. Исследования выглядят очень не очень, скажем так. И я знала, что этот компонент очень часто встречается в лаках для ногтей, но я не знала, что он также практически везде во всех клеях для ресниц. И когда я начала перебирать разные бренды, я поняла, что пользоваться нечем, собственно. И долгое время я ничего не могла найти, пока не встретила вот этот клей для ресниц. Причем меня удивило, что я нашла альтернативу у Makeup Revolution. Вот от кого не ждала, так это от Revolution. Но тем не менее, называется этот клей False Lash Glue. Он на основе воды и полимера. Здесь состав очень простой, как двери. Это вода с полимером. Также здесь нет латекса, нет формальдегида здесь. И сразу давайте расскажу о свойствах этого клея. Он отличается от типичных клеев, потому что если вы пользуетесь, к примеру, дуо клеем, вы знаете, он так тянется такой вот жвачкой. Вот этот же клей более такой жесткий и пластмассовый, наверное, так. Ну вот этот полимер реально ощущается в этом клее. То есть вы когда наносите на ресницы, очень хорошо все приклеивается, ни разу ничего не отваливалось, все хорошо держится, но в то же время минус этого клея заключается в том, что он быстрее убивает ресницы. Ресницы быстрее становятся более жесткими, и если вот всякие клеи по типу дуо, их можно реально снять с ресниц, и таким образом ресницы проносить одну и ту же пару, там раз 10, например, то вот этот клей не снимается с ресниц вообще, он постепенно твердеет и твердеет и твердеет, и ресницы тоже затвердевают все больше и больше, ну и раз 5, наверное, я с ним могу носить ресницы, тем не менее, я для себя решила, что лучше пускай клей убивает мои накладные ресницы, чем он разрушает мой организм. И вот, кстати, если вы сейчас вот это все послушали и подумали, блин, ну вот сколько там реально того клея проникает ко мне в организм, и что он там мне разрушает? Вы знаете, я долгое время тоже так относилась ко всему этому, пока не столкнулась с реальными какими-то проблемами. Вот согласитесь, большинство из вас не держат свое здоровье вот прям под полным контролем, чтобы, знаете, ежегодно сдавать там кучу анализов по всем органам, какие-то сложные биохимические анализы крови и так далее. То есть
мы идем к врачу, когда уже что-то не то. И часто бывает, что не могут понять, что не то, долго там начинают копать, и в зависимости от того, насколько вам хороший специалист попался, могут докопаться, либо могут не докопаться. Я вам могу привести такой небольшой пример из своей жизни. Я всегда была против ежедневного приема каких-то поливитаминов. Я считала, если ты хорошо питаешься, если ты не ешь какую-то дрянь, я считала, что если ты в своем питании употребляешь разные там каши, овощи, фрукты и так далее, то у тебя все схвачено, и всех витаминов тебе и так будет предостаточно. Но когда я реально столкнулась со своими анализами, и когда я сдала несколько анализов на содержание там определенных витаминов в организме, я поняла, что их не просто там чуть-чуть не хватает, у меня там прям чуть ли не критический дефицит, при том, что я считала, что я неплохо питаюсь, я не ем там всякую гадость вредную, скажем так, я стараюсь кушать именно полноценно и правильно, и при этом я вижу такие анализы, и я подумала, что, может быть, реально мне все это время гораздо лучше было принимать какие-то поливитамины, а не столкнуться с таким серьезным дефицитом и все равно начать их принимать, но при этом уже решать конкретные проблемы, а не просто поддерживать свой организм. Так вот, вся эта длинная история к тому, что мы реально не знаем, насколько вот такая банальная штука, как клей для ресниц, проникает в наш организм и насколько реально он разрушает какие-то системы в нем. И мы это не узнаем, пока не пойдем в какую-то лабораторию, сдадим конкретный анализ, посмотрим на конкретные результаты, чего, естественно, никто, конечно, не будет делать. И если есть альтернатива, а слава богу, косметический рынок у нас сейчас настолько развит, что можно подобрать альтернативу, то зачем пользоваться чем-то, что потенциально может тебе навредить? Ладно, давайте эту тему закрывать. Я вам расскажу про ресницы лучше, которые я люблю. Это ресницы с AliExpress, они стоят недорого, в районе, по-моему, $5. Здесь их очень много пар, по-моему, 10, если я не ошибаюсь. Это ресницы для внешних уголков глаз, вот как раз такие сейчас наклеены у меня на глазах. Я обожаю эти ресницы, они и для повседневного макияжа годятся, и для какого-то более насыщенного макияжа годятся. Хорошо сделаны эти ресницы, натурально выглядят. Мне вот эта альтернатива нравится гораздо больше нарощенным ресницам, потому что я это использую тогда, когда мне нужно. И наклеить это вообще не проблема, занимает ровно 1 минуту, если вдруг нужно. Теперь, что касается продукции для лица. Самый мой любимый праймер 2019 года – это праймер от Annelie, который называется Primer Moisturizing and Smoothing. То есть, по сути, это увлажняющий и разглаживающий праймер для лица. Он мне нравится в первую очередь за счет того, что у него очень хороший состав. Annelie – это бренд, который выпускает минеральные пудры, а также натуральную косметику, и они реально заморачиваются своими составами. Здесь состав действительно хороший. И вот этот праймер в основном работает даже не как праймер и создает декоративный эффект. Это что-то среднее между уходом и декоративным эффектом. Здесь указано, что это разглаживающий праймер, но не ожидайте от него эффекта как силиконового, когда все поры прям заполняются и как будто лицо становится супер гладким. Нет, такого эффекта вы не получите. Вы получите очень хорошее увлажнение с этим праймером и легкое такое разглаживание. При этом лицо светится, выглядит очень здорово и с тональными основами тоже очень хорошо работает. Что касается моих любимых консилеров, то у меня за год их было 3. Первый, который я вам покажу, это консилер от Sisley. Ужасно дорогущая штука, но это один из... Нет, не один из. Это, наверное, единственный вот такой вот кремовый консилер, который меня устраивает в зоне под глазами в плане того, как он выглядит, как он западает в морщины, как он их, вернее, как он не западает в морщины, как он их не подчеркивает и как он не делает эту зону сухарем, который реально выглядит там лет на 10 старше, чем на самом деле. Если ваша проблема с зоной под глазами заключается в том, что вы не хотите подчеркивать морщины, тогда вот 100% попробуйте вот этот консилер, он вам понравится. Он увлажняющий, он хорошо выглядит в этой зоне, он немножко корректирующий, то есть это не оттенки кожи, здесь все оттенки в этой линейке, они какие-то то розовые, то персиковые, то лососевые, то еще какие-то. Если у вас очень
сильные темные круги под глазами, не справится этот консилер. Вам либо нужно будет что-то дополнительное использовать, ну, либо просто это не ваш продукт. Но если у вас темные круги под глазами не сильно ярко выражены, но при этом вы хотите просто освежить эту зону, чтобы она оставалась такой напитанной, увлажненной и ни в коем случае не пересохшей, вот тогда вам, скорее всего, этот консилер понравится. Если же у вас все те же самые особенности, но при этом вы хотите плотное покрытие, тогда единственный консилер, который хорошо работает, это NYX Can't Stop, Won't Stop. У меня этот оттенок ванила. У него очень сильное покрытие, он хорошо все перекрывает. В то же время он также хорошо себя ведет в зоне под глазами, в плане того, что не пересыхает, как-то ужасно не выглядит. И что мне особенно нравится, его не нужно закреплять. То есть нанес, просто растушевал, и он сам усаживается, сам превращается в что-то такое пудровое и держится на протяжении дня великолепно. И еще хочу вам рассказать о корректоре от Couleur Caramel. Это тоже именно корректор, оттенок у меня 11, это такой вот персиковый цвет. Этот корректор хоть появился тоже у меня осенью, но стал огромным моим фаворитом. Я уже достаточно много, как мне кажется, использовала с момента появления этого корректора у меня. Чем он мне нравится? Во-первых, это тем, что он полностью натуральный. Couleur Caramel – это тоже органический бренд, у которого есть сертификаты Экосерт практически на всю свою продукцию, или, может быть, вообще на всю свою продукцию. Но и декоративный эффект у этой штуки тоже классный, потому что это действительно такой вот освежающий корректор, и я его использую тогда, когда встаю, смотрю на себя в зеркало и вижу, так, что-то у меня какие-то сильно темные участки есть, и хочется прям их как-то искрыть, и чтобы освежить зону под глазами, вот тогда идеально это подходит, и на каждый день тоже это классно подходит, и он достаточно перекрывающий, пускай вас не отпугивает то, что он натуральный, не думайте, что он такой, знаете, нанес, и как будто ничего не произошло, он реально перекрывает, мне очень нравится, опять-таки, на каждый день, и также я его использую, когда использую какие-то другие консилеры, и вижу, что нужно дополнительно освежить и осветлить какие-то участки. С тональными основами, я думаю, я вообще никого сейчас не удивлю, когда покажу тональную основу от Estée Lauder Double Wear Nude. Это самая лучшая, самая универсальная, наверное, тональная основа для нормальной и склонной к сухости кожи. Для возрастного макияжа тоже очень классно эта тональная основа подходит. У нее очень жидкая текстура, у нее тоже слабое покрытие, то есть если есть какие-то недостатки на лице, которые вы хотите именно плотностью перекрывать, то это не ваш вариант. Эта тональная основа выравнивает общий тон лица, хорошо освежает, лицо светится, выглядит красивым, ухоженным, отдохнувшим, как после салона красоты, как я всегда это люблю описывать. Стойкость тоже у этого тона очень хорошая. В общем-то, действительно, этот тон создает такое дорогое лицо на вид. И вот аналогов этому тону в бюджетном сегменте я найти не могу. А для повседневного макияжа я обожаю использовать тональную основу от Couleur Caramel. Опять-таки, я вам вот только что буквально рассказала об их корректоре. Вот их тональная основа мне тоже очень нравится, потому что, опять-таки, это полностью натуральный состав. Сегодня, кстати, эта тональная основа у меня на лице, и я ее люблю использовать именно для повседневного макияжа, когда мне не нужно какое-то сумасшедшее покрытие. Она вам его и не даст. Она делает, опять-таки, легкое покрытие, освежение, и также она увлажняет. Причем действительно увлажняет, не просто создает вот этот светящийся финиш декоративный, а она действительно в составе имеет ингредиенты, которые увлажняют вашу кожу, и это действительно ощущается. Такое впечатление, что я целый день хожу просто с хорошим питательным кремом на лице. Единственное, что меня немного напрягает в этой марке в целом, это ароматы, потому что ароматы все очень натуральные, если вы понимаете, о чем я. Здесь нет, конечно, никаких отдушек, ничего такого, и пахнет, ну, так, не очень, скажем так, но я готова пойти на такие жертвы. И последний тон, который тоже появился у меня практически под конец года, но настолько завоевал тоже мое сердце, что я не могу о нем не упомянуть, и это Catrice HD Liquid Coverage. Я, как уже говорила, я не ожидала, что он мне понравится, потому что мне всегда казалось, что это тон для жирной комбинированной кожи, это пудровый, плотный, матовый финиш, то, что, собственно, я ненавижу в тональных основах. Когда я наношу этот тон на лицо, он дает мне очень хорошее покрытие, я бы сказала, даже выше среднего, и мне безумно нравится вот этот эффект
baby skin, или как это описать, я не знаю, такое гладкое, как будто как персик лицо, очень хорошо разглаживает текстуру. Если у вас есть расширенные поры или наоборот какая-то шероховатая неровная текстура, вот отлично вам, скорее всего, подойдет эта тональная основа. Лицо действительно, знаете, вот на банке написано, что эффект второй кожи. Вот реально наносишь, и как будто получаешь вот новое лицо просто. Потому что с вот этими тональными основами ты получаешь свое лицо просто красивее, более светящееся, там, ухоженное, скажем так. С вот этим тоном ты получаешь реально новое лицо. Он безумно тоже стойкий. Ни разу нигде у меня с ним не было проблем. Вот как я его нанесла в начале дня, в конце дня он абсолютно в таком же состоянии у меня на лице. И при этом я бы сказала, что этот тон отлично подойдет и для нормальной кожи, и даже для кожи, которая склонная к сухости. Для сухой кожи, не знаю, возможно, нужно пользоваться какими-то увлажняющими праймерами по типу вот этого, тогда будет комфортно. Ну, в принципе, не знаю, как себя поведет. Может, и без праймера будет нормально. Здесь нужно тестировать. Самой моей любимой пудрой 2019 года была прозрачная пудра от Laura Mercier Translucent. И у меня это такая миниатюрка, такие миниатюрки продаются в Sephora. И так как я не закрепляю макияж по всему лицу, мне это не нужно, я использую такого рода пудру только в зоне под глазами. И вот таких миниатюр мне хватает на очень долго. Здесь по объему 3,5 грамма, и она даже не начинает у меня заканчиваться. То есть ее реально хватает на очень долго. Чем мне она нравится? Это тем, что в зоне под глазами она не пересушивает. Она закрепляет консилер, но в то же время кожа с ней под глазами не пересыхает и не начинает выглядеть как папиросная бумага. Знаете, такой тонкой, морщинистой и абсолютно некрасивой. Вот это единственная пудра, которая меня устраивает в зоне под глазами. Все остальные, какие бы я ни пробовала, вот к ним обязательно какие-то претензии. Так, что касается контурирующих продуктов, то в прошлом году у меня случилась трагедия, потому что мой самый любимый скульптурирующий продукт — это палетка была от Makeup Revolution Renaissance Glow. Я пользовалась весь 2018 год ею. И я думаю, пользовалась бы и дальше, и пользовалась бы, и, наверное, весь 2019, если бы ее не сняли с производства. И я за 2019 перепробовала огромное количество бронзеров, скульпторов, разных марок, разных брендов, разных финишей и так далее. Но вот под конец года попались мне действительно классные продукты. Самой моей любимой палеткой 2019 года стала палетка от Essence, которая называется Contouring Dual Palette. Здесь два оттенка. У меня это оттенок, кстати, 10-й Lighter Skin. И я пользуюсь обоими этими оттенками. Вот это скульптурирующий продукт. У меня, кстати, сегодня нанесен на скулы. И вообще по лицу я делала коррекцию именно вот этой палеткой. А вот эту более светлую пудру я использую для того, чтобы растушевывать границы корректора. В основном очень классно выглядит вот в этой зоне. Также можно где-то и здесь подтушевать. И вообще, в принципе, если есть какие-то более жесткие линии, отлично вот эта пудра их растушевывает. Классный оттенок, очень здорово выглядит, легко наносится, легко растушевывается. В общем-то, действительно поразил меня этот продукт, и я сейчас с огромным удовольствием им пользуюсь. И также очень мне понравилась еще вот эта палетка от Luxe Visage, называется Ideal Sculpting. У меня это оттенок номер 1. Все то же самое, что я вам говорила о Essence, применимо и здесь. Тоже очень хороший оттенок, хорошо растушевывается. Такой же принцип действия. Здесь есть скульптурирующий продукт и более светлая пудра для растушевки границ. Ну вот Essence как-то мне по насыщенности немножко больше нравится. Он мне дает именно ту насыщенность, которая мне нравится. Вот это немножечко не то, но в то же время тоже настолько классно, что я могу наравне, в принципе, этими палетками пользоваться. И в зависимости от того, что легче вам достать, купить и так далее, на то и ориентируйтесь. Хайлайтер от L'Oréal Glow Mon Amour. Это мой фаворит 2018 года. Я его до сих пор обожаю. У меня уже несколько бутылочек было, то есть это не первая моя. Он дает достаточно яркий и выразительный блеск на лице.
Но при этом это не какие-то блестки или что-то пошлое, слишком выразительное, слишком неуместное, в том числе и для дневного макияжа. Нет, он очень красиво выглядит на лице, он сливается с кожей. Если его наносить сразу на влажный тон, то он вообще настолько красиво растушевывается, как будто плавится в коже. Если нанесете совсем чуть-чуть, будет более деликатно. Если нанесете более жирненько, получите прям такой хороший блик на лице. В общем-то, обожаю я этот хайлайтер. Все хочу заказать другие оттенки, потому что там уже, по-моему, 3 разных оттенка этого хайлайтера есть, поэтому хочу остальные 2 тоже попробовать. А если вам нужно что-то максимально деликатное, такой эффект свечения изнутри, эффект типа «это моя собственная кожа», и вы никогда не отличите, что тут что-то нанесено, тогда попробуйте Lumene Invisible Illumination. У меня этот хайлайтер недавно появился, в ноябре тоже я его попробовала. Не могу его назвать пока прям фаворитом года, но я хочу его упомянуть, потому что реально меня он впечатлил, и я им с тех пор пользуюсь. Но здесь нужно еще потестировать, как надолго его хватит, как быстро он засохнет в этой баночке и так далее. Но вот если вы уже пробовали L'Oréal и вот думаете, вот хочу то же самое, но чтобы поделикатнее и поестественнее это выглядело, вот обязательно попробуйте Lumene. И еще одни хайлайтеры, это тоже мои фавориты с 2018 года, это минеральные хайлайтеры Anneli. У меня все 3 оттенка есть, и все 3 оттенка я использую. Чаще всего, конечно, я использую либо второй, он более розоватый, и, кстати, сегодня у меня Anneli на скулах, либо третий, он более песочного оттенка. Первый я использую редко, потому что это именно морозный такой вот холодный белый оттенок и самый-самый яркий из всех 3. Я его использовала, кстати, в новогоднем макияже, и там он был максимально уместным. Мне очень нравится, как эти хайлайтеры лежат на коже. Они тоже максимально хорошо втушевываются в кожу, нет каких-то границ, вы не видите вот здесь вот полоса, где я нанесла хайлайтер. Они сливаются с текстурой вашей кожи, очень красиво выглядят. В 2019 году я тоже полюбила румяна, наконец-то. Мне попались такие, которые я посчитала, что мне идут, потому что я долгое время не пользовалась румяном и вообще в принципе, потому что мне казалось, что возвращается эффект того, что у меня какое-то воспаленное лицо. У меня часто бывает краснота вот в этой вот зоне, и когда я наношу тон, лицо полностью выравнивается, да, весь тон становится такой красивый, и тут я наношу румяна, и опять появляется вот эта какая-то краснота, которую я и пыталась изначально перекрыть. И я все не могла найти оттенки, которые бы мне шли. В 2019 году я нашла 2 продукта, которые я использую постоянно, практически в каждом своем макияже. Первый — это румяна от L'Oréal, который называется Melon Dollar Baby. Это более розовый оттенок, но при этом этот розовый не выглядит воспаленным. Он какой-то более нейтральный, он не холодный, не теплый, а вот какой-то именно такой вот средний. Красиво освежают, не делают воспаленный эффект, и оттенок мне этот нравится, он действительно хороший. И вторые румяна, которые тоже мне очень понравились в этом году, это бренд Hin Baked Rouge и оттенок 276. Очень хорошо освежают, они такие вот как немножко как металлические, да, это запеченная формула. И когда вы это наносите, то можете, в принципе, обойтись и без хайлайтера, потому что эти румяна достаточно светящимися выглядят на скулах. И мне нравится, как они освежают, мне этот оттенок в особенности нравится, это такой вот персиково-золотистый, многим он как раз таки подходит. Если у вас теплый подтон кожи, я думаю, он тоже вам понравится. А для закрепления макияжа я продолжаю использовать спрей от ColourPop All Star. Тоже уже много бутылочек я вот таких вот покупала. Это спрей, который реально продлевает стойкость макияжа и плюс убирает любую припудренность, добавляет свечение вашему лицу. И если у вас нормальная кожа, или сухая кожа, или склонная к сухости кожа, или возрастная кожа, забудьте вообще про пудры для лица, потому что пудры сразу делают более сухим лицо, каким-то более старым на вид. Пользуйтесь для закрепления макияжа фиксирующими спреями. В общем-то, я хочу попробовать их новый, потому что там тоже и пульверизатор вот этот гораздо более качественный. Этот очень такой стандартный,
стандартно он так распыляет средства, ничего особенного, а новый прям так, знаете, облачко прям такое создает. В общем-то, мне интересно его попробовать, но и этот я тоже могу рекомендовать. Для бровей большую часть года я пользовалась карандашом от ColourPop Brow Boss. Очень сильно люблю я эти карандаши, тоже я сбилась со счета, сколько я их уже купила, может быть штук 5-6, я не знаю, сколько у меня уже закончилось их. Я пользовалась оттенком Dark Brown, перестала только потому, что у меня изменился цвет волос. Dark Brown, он немножко тепловат, и он идеально подходит для брюнеток, у кого есть такой легко уловимый теплый подтон в волосах. Но так как у меня сейчас более холодными волосы стали, то я начала пользоваться другим карандашом от The Balm. Он называется Ferocious, и оттенок тоже Dark Brown. Сейчас у меня брови оформлены этим карандашом. Вот это идеальный холодный карандаш, именно такой насыщенный, темно-коричневый, но при этом холодный. Ну и не могу не упомянуть карандаш для бровей Vivienne Sabot Brow Arcade, потому что действительно это потрясающий тоже карандаш, легко доступный, везде его можно купить, недорого стоит, у меня оттенок 3. Третий оттенок это для брюнеток с теплым подтоном. У них, по-моему, есть еще холодный карандаш. Я вот сегодня никак не попробую его. Но в то же время, если вы найдете тон, который вам подходит, 100% берите классный карандаш. И на удивление, кстати, не супер быстро заканчивается, как, например, тот же ColourPop у меня заканчивается быстрее. А что касается гелей для бровей, то сейчас я тоже пользуюсь Art Deco Brow Filler. У него немножко суховатая формула, когда вы достаете этот аппликатор, то видно, что он совершенно не мокрый, он скорее такой, вы знаете, как муссовый, что ли. И в нем огромное содержание тоже каких-то ворсинок, которые якобы должны добавлять объем вашим бровям. Этот гель очень классно делает шухер в бровях, но в то же время такой не модельный, который уже прям, ну, совсем перебор. А вот он именно классно брови ставит, но при этом без вот этого перегиба, когда, знаете, они как будто лаком сбрызнуты, или вот когда мылом тоже их там ставят, они прям все такие забором стоят, то есть нет, это не тот эффект, это эффект более натуральный, и опять-таки это то, что у меня сейчас в бровях, и это опять-таки холодный оттенок, который хорошо подойдет для брюнеток с холодным тоном волос. А для брюнеток с теплым подтоном я могу порекомендовать гель Catrice Brow Colorist. Тоже мне очень нравится этот гель, у него тоже очень удобная маленькая такая силиконовая щеточка, хорошо прочесывает брови, хорошо их тоже ставит, натурально выглядит. Для контура губ в основном я пользуюсь вот этими карандашами, они все на вид одинаковые как будто, но здесь вот эти четыре, это карандаши ColourPop, я тоже их рекомендую, там очень много оттенков, и можно выбрать любой цвет, который только вашей душеньке угодно. У меня это нюдовые карандаши, я все подпишу, которые я использую. Больше всего я использовала карандаш BFF, ну, видите по размеру, да, как хорошо я его использовала. Также мне очень нравится All Snap, это более розовый нюд. И что касается розового нюда, то я нашла еще даже лучше, чем All Snap, и это карандаш от Lamel, называется он Lip Gel Liner номер 01. И я сейчас не преувеличиваю, этот карандаш действительно самый идеальный в плане вот этого оттенка нюдово-пыльно-розового. И когда я крашу губы, чаще всего рука у меня тянется именно к этому карандашу, потому что он под большинство нюдовых помад идеально подходит. Что касается их качества, то карандаши ColourPop абсолютно идентичны карандашам Lamel. Это гелевые, такие более скользящие карандаши, они пигментированные, легко наносятся, хорошо держатся, и это не твердый карандаш, который, знаете, вот прям тоненькую такую линию ведет, это немножко более такой жирненький кремовый карандаш. А для красных губ я чаще всего использую вот этот карандаш от Bellore Design, это оттенок 41. Под большинство красных помад он идеально подходит, вот этот более твердый. И когда я делаю красные губы, я это больше люблю, чем кремовые карандаши, потому что кремовые не создают настолько четкую линию, как будто, знаете, как под линейку сделанную прям. А с красными губами я люблю, когда линии прям острые, то есть настолько все хорошо выделено, подчеркнуто, и нигде нет вот этой кривизны или растушеванного эффекта. И вот этот карандаш мне очень нравится, стойкость тоже отличная. И если говорить о красных губах, то в 2019 году я познакомилась с идеальной
жидкой матовой помадой в красном оттенке. И эта помада от YSL, называется она Tatouage Couture Matte Stain. У меня это оттенок номер 1. Это восхитительная формула помады, и действительно, на рынке огромное количество жидких матовых помад, бюджетных, но в то же время здесь стоит заплатить деньги, потому что эта помада, она настолько тоненькая, она абсолютно не ощущается на губах, она абсолютно не сушит губы, но при этом она максимально насыщенная, то есть ее не нужно наслаивать, с первого раза она дает очень плотное покрытие. Очень красиво выглядит на губах, очень дорого выглядит на губах. И что больше всего меня радует, ее можно поправлять. То есть даже если где-то она начала сходить с ваших губ, к примеру, вы там поели жирный суп, естественно, с внутренней стороны губ этот жир начнет разрушать помаду. Так вот это чуть ли не единственная помада, которую можно сверху наслоить, и не будет вот этого ощущения, как будто... пласты, знаете, разные, вот такие какие-то пластилиновые у вас на губах, которые отвратительно просто ощущаются. Вот в основном жидкие матовые помады как раз не наслаиваются. Вот эту можно наслоить, можно подправить макияж без проблем. А если говорить о бюджетных жидких матовых помадах, то самые мои любимые, это, по-моему, фавориты 2018 года, это помады Golden Rose Long Stay Liquid Matte Lipstick. Обожаю эти помады, они классные, там очень много оттенков, тоже насыщенные, долго держатся, не пересушивают, ну, прям совсем там губы. Естественно, любая жидкая матовая помада, все равно она не будет увлажняющей прям. Но в то же время вот эта формула, как мне кажется, одна из лучших, которая есть на рынке. У них много оттенков тоже, у меня есть и нюдовые, и красные, и какие угодно. Это 13-й оттенок нюдовый, очень мне нравится. Но что касается моего повседневного выбора, то я здесь отдаю предпочтение классическим кремовым помадам, потому что они более комфортные на губах. Я уже вам все уши прожужжала вот этой вот помадой от Luxe Visage Glam Look Lip Cream Velvet, оттенок 301. Для меня это самый идеальный вот такой вот повседневный нюд, подходит под любой макияж или даже макияж без макияжа, очень красиво на губах выглядит. При этом это самая обычная, казалось бы, формула, ну просто вот кремовая такая сливочная увлажняющая помада. И еще мне очень понравилась в 2019 году вот эта вот помада от Maybelline Super Stay Ink Crayon. Это помада и контурный карандаш 2 в 1, она выглядит вот так вот. С оттенками в этой линейке не очень, они все какие-то пыльно-розовые, немножко с вариациями, там чуть темнее, чуть светлее. Ну как-то вот именно вот этот 15-й оттенок Lead the Way мне очень понравился. Пахнет она тоже восхитительно, очень вкусно и сладко. И что мне нравится, здесь еще также встроенная есть точилка, то есть вы можете каждый раз перед использованием наточить эту помаду и реально попользоваться ей как контурным карандашом, а потом заполните все губы. Это что-то среднее между классической кремовой помадой и более матирующей формулы, то есть она не настолько увлажняющая и кремовая, как, например, тот же Luxe Visage, но в то же время она и не пересушивающая, такая, как какие-то жидкие матовые помады. Тоже, в общем-то, очень комфортная на каждый день, и если у меня макияж в какой-то более холодной гамме, может быть, в какой-то пыльно-розовой гамме, я часто беру вот эту помаду, использую, а если что-то такое более бронзово-песочное, то я тогда использую Luxe Visage. И последний фаворит, который мне тоже хочется упомянуть, это спонжи от Real Techniques. Я каждый год покупаю вот такой вот набор, и вот такого набора мне хватает приблизительно как раз на год. Ну, в среднем спонж живет, ну, около 3 месяцев, и как раз получается такого набора мне на год хватает. Эти спонжи очень мягкие, очень хорошо работают, вот действительно к ним абсолютно никаких претензий. Живучие тоже, как я и сказала, если их не мыть каким-то дешевым мылом, которое будет сушить этот спонж, а взять что-то более увлажняющее, то тогда они 100% 3 месяца у вас прослужат, после чего по санитарным нормам их стоит выбрасывать и брать новый. Но тем не менее, если вы хотите хорошие спонжи, я вам советую Real Techniques попробовать и советую вот купить какой-то такой набор, особенно если он будет на скидках, и целый год наслаждаться идеальным макияжем лица. Фух, наконец-то я закончила, у меня даже голос как будто немножко хрипнуть начинает, но тем не менее, я совсем справилась
рассказала вам о всех своих фаворитах. Не забудьте рассказать о своих в комментариях. И если вам понравилось это видео, конечно же, поставьте ему палец вверх. Если вы впервые на моем канале или еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, можете посмотреть. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.